Всем привет! Вот решил записать видос о том, как я делаю видосы для Ютуба. Монтирую и тому подобное. Так, первым делом покажу, как я вырезаю монеты из фона. То есть делаю фон прозрачным. И берем изображение. Беру фильтр Topaz Remask. Он как бы создан для этих дел. Ссылку на фильтр, возможно, добавлю в описании видео. Так, тут две панельки я использую как кисти. То, что можно оставить, то, что удалить, то, что просчитать, и заливки тоже все так же. Беру кисть для просчета, примерно настраиваю нужную величину и начинаю вводить контур монеты. Желательно делать более-менее аккуратно, тогда будет эффект получше. Так, далее беру, допустим, удаляю ненужные части фона. Нажимаю просчитать. Вот такой получился результат. Подправим его. Надо, чтобы фон был гораздо, в общем, чтобы здесь была четкая граница без теней разных, тогда будет получше все отделяться. Так, блин, за много. Примерно так пойдет. Нажимаю ОК. Удаляем фон. Видим вот такую картину. Края, может быть, огрехи немножко виднее, но это не принципиально. Далее сохраняю. Нажимаю сохранить для веб. Формат PNG 50.24. Разрешение я делаю примерно 50%. Размер и так великоват. Нажимаю сохранить. Сохранил. Ну как бы вот и все. Далее покажу, как чищу звук. Смотрим. Далее, для того, чтобы иметь звук полного клипа, созданного из там кусков, отрезков видео, берем, открываем программу Adobe Premiere Pro. Далее выбираю там свои клипы, что я наснимал для монтажа, закидываю их в Adobe. Thank you.
срезаю ненужные участки. Таким вот инструментом обрезка. Следующий закидываем. Мы составляем полностью клип из кусков. Сейчас составлю, далее покажу вам. В общем, собрал я клип определенной длины. Как я делаю дальше? Дальше я сохраняю экспорт, экспортирую его в формат WAV без сжатия, та-та-та-та-та, и тому подобное. Он сохраняется. Так, сохранился. Сохранил проект на всякий пожарный. Так, что у нас, где он тут у нас? Вот он. Очередной. Так, коп подошел к концу. Такой, короче, свистящий звук, высокочастотный. Будем от него избавляться программой Adobe Audition. Я сразу открываю частотный спектр, только не этот, а другой, вот этим вот пользуюсь. И тут видно вот наш паразитный звук, свистящий, а вот тиканье, тик-тик, это в этих SG400, не знаю, какие-то там. Отсчет времени отображается на записи. Так, далее. Беру, выделяю этот шум, паразитный шум. Не удаляю, жму delete. Сейчас он удалится, останется пустое место. Это всего лишь где-то там 9 килогерц. В этом промежутке удалились все частоты. Ну как все частоты? Со всего трека удалилась частота 9,48, допустим. Вот сейчас покажу, что осталось. Что тут, ничего не видно. Берем очередной высокий сигнал. В общем, свистящий звук пропал.
Остались тиканье. Тиканье, тиканье. Так, надо найти место, чтобы было много шума в тишине. Так, что-то похоже на это место. Это что здесь у нас? Блин. Кольцо. Кольцо. Такие вот шумы. Выделяем. Ненужный шум. Так. Так, нажимаем правой кнопкой по выделенному и захват шумопечати. Так, далее щелкаю двойным щелчком, дабы, для того, чтобы выделить весь файл. Заходим в эффекты. Тут есть такая вкладочка шумоподавление и восстановление. Нажимаем шумоподавление процесс. Ну, это мои настройки, так примерно. Снижение шума на 30 дБ. Нажимаю, и идет обработка. Вот он, почищенный файлик. Кое-где остались эти все равно. Но они уже, наверное, не так будут слышны. Достаточно неплохая патиня. Дай пилку. Да, здесь хорошее место. Находки. Одна за одной. Так, не слышно тиканье, нормально. Все, беру сохранять, сохраняю как формат, наверное, MP3 выберу, поменьше весить будет. Идет сохранение. Так, все сохранилось. Вот он. Приветствую всех. Удалим. Так, теперь открываем Премьер. Закидываем очищенный звук. Так. Чтобы удалить старый, надо выделить все видео. Отменить связь нажать. Отменили связь, теперь можно удалять только звук. Видеоряд остается. Так. Закидываем. Блин. Приветствую всех. Очередной. Звук достаточно. Алюминиевый. А тут вот сигнал. Живой. Настроение. Без шумов. Я
Ну, дальше уже добавление разных эффектов, вставка фоток. Так, ну как я вставляю фотки, так это сейчас покажу. 4 апреля. Можно вот так вставлять. Вот так я так раньше вставлял, допустим. Раз. Два. Там немножко растянул. Вот они, копендосы появились. Дальше там беру, выделяю верхний, первый. Там есть масштаб. Такая вкладка. Сразу же масштабируем. 50%. Потом клац на экране, на самой копейке, и перетягиваем, допустим, вот сюда, в нужное вам местечко. Также и следующий масштаб 50 и перетянули вот как-то так. Вот у меня есть заготовленный еще шаблончик для фоток, растворение, эффект растворения. Типа такой вот появляется из тумана. Хоть с одной стороны что-то видно. Наверное, деньга. Вот так-то. Какая-то наддвойная, две головы. Так. Ну, думаю, на этом закончить. Все, спасибо за внимание.